Всем привет, друзья! Компания Xiaomi анонсировала новое семейство смартфонов, серию CC, которая ориентирована в первую очередь на молодежь. И как объяснил глава компании, CC расшифровывается как Colorful and Creative. То есть смартфоны будут яркими и креативными. Также CC можно ассоциировать с Chic and Cool 90. Это самая молодая дизайнерская компания Xiaomi, которая сейчас как раз-таки занимается новой линейкой. Кстати, в разработке устройств новой серии также принимает участие компания Meitu, а именно она занимается программным обеспечением камеры, режимами съемки, бьютификации и так далее. Камера и камера — это как раз-таки третья расшифровка аббревиатуры CC, это девиз созданной команды. Компания Xiaomi уже официально объявила дату презентации своей новой линейки. Мероприятие назначено на 2 июля. В этот день будут представлены два смартфона – Xiaomi CC 9 и Xiaomi CC 9e, старшая и младшая модель соответственно. И до сих пор есть достаточно много противоречий среди утечек. В основном они касаются внешнего вида смартфонов. До конца непонятно, получит ли старшая версия откидной модуль камеры, который мы уже видели на Zenfone 6. В сети есть вот такие вот рендеры и фотки с полностью безрамочным экраном. Но если судить по самым последним живым фото, дизайн смартфонов будет все-таки аналогичен Mi 9, то есть будет каплевидный вырез в экране и вертикальный тройной модуль камеры на задней стороне. Это, кстати, подтверждает также утечка об отдельном 32-мегапиксельном модуле фронтальной камеры на обоих смартфонах. Xiaomi CC 9 и CC 9e получат AMOLED-дисплей разрешением Full HD+, 2340 на 1080 пикселей. У старшей модели диагональ составит 6,39 дюйма, у младшей 5,97 дюйма, то есть младшая будет достаточно компактным смартфоном. Источники также утверждают, что оба смартфона получат сканер отпечатков пальцев, встроенный непосредственно в дисплей. Если говорить про технические характеристики, то модель CC9 получит Snapdragon 730, который нам уже известен по моделям Redmi K20 или же Mi 9T. Память будет 6 либо 8 ГБ оперативной памяти и накопитель 128 либо 256. Аккумулятор на CC9 будет 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 27 Вт. Фронтальная камера будет 32 мегапикселя, как я уже сказал, а основная обзаведется тремя датчиками разрешением 48, 16 и 12 мегапикселей. Одной из самых главных фишек новых смартфонов будут, конечно же, продвинутые фотографические возможности. И здесь речь идет в первую очередь про 32-мегапиксельную фронтальную камеру, которая получит усовершенствованные режимы съемки селфи. В частности, компания обещает передачу естественной текстуры кожи и запечатление красоты каждого момента. В общем, другими словами, появятся различные новые фильтры и по-другому будет обрабатываться кожа. Основной модуль камеры в соответствии со всеми трендами на 48 мегапикселей, второй будет телевик, ну и третий, соответственно, сверхширокоугольный модуль. Ну и теперь по поводу CC9e. Он должен получить процессор Snapdragon 710 и аккумулятор емкостью 3500 мАч, диагональ экрана это все-таки поменьше, и быстрая зарядка здесь будет мощностью 18 Вт. Ну и само собой, как старшая, так и младшая модель получат USB Type-C порт. Фронтальная камера будет такая же, как у старшей версии, на 32 мегапикселя. Основная получит также основной модуль на 48, но вспомогательные будут уже попроще, 8,5 мегапикселей. Смартфоны будут идти на 9-м андроиде с оболочкой MIUI 10. Также отдельно стоит отметить то, что новинки получат модуль NFC, что позволит бесконтактно оплачивать покупки в магазинах. И лично для меня это достаточно важный момент. Но полностью достоверную информацию мы с вами узнаем 2 июля. Сейчас пока что, повторюсь, достаточно много противоречий. Цена смартфона Xiaomi CC 9 будет составлять от $380 или же примерно от 24 тысяч рублей. Сейчас, кстати, за эти же деньги продается Xiaomi Mi 8. Ну и модель CC 9e будет значительно дешевле, это уже от $230, где-то от 15 тысяч российских рублей. Пишите в комментариях, что вы ждете от новой линейки компании Xiaomi. Ну а с вами был Future Time, подписывайтесь на канал.